В деле о смерти фаната «Зенита» Евгения Дмитриева появился новый подозреваемый. Это 23-летний Марат Мусаев. По предварительной информации, он работал охранником в клубе, где в ночь трагедии отдыхал Дмитриев и его брат. Следователями Главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу совместно с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Республике Дагестан задержан Марат Мусаев, который подозревается в причинении телесных повреждений болельщику «Зенита». На данное время Мусаев этапируется в Санкт-Петербург. Илья Хубаев, который был задержан ранее по подозрению в преступлении, сегодня вышел на свободу. Стоит отметить, что по закону отпустить его должны были еще в воскресенье. Сторона защиты намерена обжаловать этот момент. Полагаю, что факт незаконного содержания Хубаева Ильи в следственном изоляторе свыше срока, установленного судом, и отказ администрации следственного изолятора в его освобождении именно 31 марта должен стать предметом судебной и прокурорско-следственной проверки. На арест Хубаева подана апелляционная жалоба, и мы будем добиваться, чтобы его арест был признан незаконным и необоснованным. Так называемый общественный резонанс не должен являться причиной нарушения закона и необоснованного ареста. Напомню, конфликт, в результате которого скончался фанат «Зенита» Евгений Дмитриев, произошел 24 февраля. Молодой человек получил удар в ходе потасовки и через 3 недели скончался, не приходя в сознание.